без 28 у нас остановились в Тисуле, как всегда по традиции. Первая остановка у нас. Андрюха пошел взять, что-то посчитали, ем втроем булку хлеба, еще, говорит, надо добрать. Ну и так по мелочи, что попить, лимонадику. И едем в Верховье. Вот Андрей. Ничего нету, что ли? Ничего не продают? Еще придется остановку сделать. Красивое место такое, да? Как куда-то непонятно, как будто сейчас въезжаешь. Лес. И дорожка такая убитая началась. Да, я ее намыл. Не трогай, пятно будет. Приловил уже что-то. Да, это камень. Всякое бывает. Ну что, вот мы на ручейке. Набираем водички с собой. Серебряный ручеек здесь. Вода вообще не пропадает никогда. Может простоять. Простояла больше года в гараже. Диман, это твоя бутылка? Да, это мы набирали здесь. Надо набрать воды. Это с того раза я набирал здесь. Да она нормальная и ничего не будет. Вот, кстати, она теплая. Вот это с того раза мы набирали уже месяц. Чистая, прозрачная. Чистая, прозрачная, нормальная вода и ничего с ней. Только теплая. Ну, в машине, потому что пролежал. Андрюха, он умывается на роднике. Кстати, освещенный родник. Серебряный освещенный родник. Поспать не получится, так. Будем бодриться. Бодрись. Что, все набрали? Где-то Андрюха что-то отправил. Это... Он уже закрыл ее даже. Ну все, хватит там. Там на ручье наберем. Ой, ну что, ребятки, вот мы и прибыли. Красотень. Просто обалденно. А вон, смотрите, ребятки, сколько сплавщиков сплавляются сверху. Катамаранчики вон. Едут, отдыхают, тепло, хорошо. Прекрасно вон. Компания целая. Туристов, короче. То ли они уже все собирают, то ли только собираются отсюда стартовать. Я вот еще пока не пойму. Ну, вот так вот. Че? Да, Паш, ну что, мало свиней. Свиней очень много. Вот там срач весь, Пашка говорит, в кустах. Ну просто. Это не без этого, короче. Все стандартно. Вот так же вот, смотрите, приплывают, вот они, бутылки, вон под лодкой пивные, вот бутылки, все разбросано, вот так вот. На эту тему я вообще разговаривать даже не хочу, на нее можно вообще бесконечно разговаривать. Вот, можно найти, вот я ищу. Когда мы лишнее не будем здесь оставлять, в машину приедем пилать, пилу возьмем с собой. О, нашел нож, пилу возьмем. Там. А так вообще будет печально. Да. Вот в таких случаях и думаешь, чего ж я не взял. У ребятки жарина вообще ужасно жарит. Короче, мы подумали и коллективно решили, что разобьем лагерь здесь, на Тулуюле, а вверх будем кататься рыбачить. Потому что просто физически тупо мы не подымемся однозначно. Столько вещей и всего, очень будет тяжело. А так пустые вверх-вниз, бензина нам хватит на эти дни. Так что вот так вот Андрюха решил заморочиться. Сделать утренний завтрак. Уже подташнивать начинает. Вот такую вот мусорюку оставили здесь. Вон, срачельник. Это мы все сожгем, конечно. Ну вот, обустройка пошла. Пашка палатку захерачил. Мы будем тут с Андрюхой спать. Места хватит. Костерок рядом. Все, короче, very well.
Все, ребятки, у нас идет дело за приезд. Яички, сальцо, хлебушек. Выпьем стоя. 5 капель. И все отлично. За приезд, короче. Выпьем стоя. За приезд. Давай. За природу. Опа, опа, капли. Поймал на лету, видал. Закидывай. Опа, не пропьешь. Капец, градусов 15. Мензурки всего. Да нет, градусов. Слабенько. Сало. Через 30-ку, да, иду? Яичко. Сало самое лучшее дома выбрал, сам солил. Просто бомбезно. Все в кипише, короче, у нас идет. Радуюсь, что не выходные. Да? Народ, да, сейчас народу. У кого-то. Ну вот, подъезжаем. Все на мази. Перецепиться, но Пашка у меня в качестве оператора, да. Ребятки. Я сегодня, ага, оператор. 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 Так, сейчас надо отцепить. Сейчас отцепим. Боксерный трос подцепим. Блин, а тут защелкнулось. Да ты че? Да. Да, очень. По закону плохо. Подлости, короче. Да. Да собачка заскочила. Защелкнулось. То не защелкивалось, а тут защелкнулось. Это называется закон подлости. Да-да-да. Чё? Смотри, чтоб Пашка своих болотников не набрал. Андрюха тоже болотник. Но у него они повыше, и он повыше. Прибавляет, ты вид. Я вас на скорость испытываю. Ну, сейчас покатался бы один. Потерянный. Так, где мне лучше сесть? А, непонятно. А что спрашиваешь тогда? Да, может, струя бежит? Ага. Все бежит. Бежит. Динамо бежит, бежит. Сейчас маленько прогреется. Ну, Андрюха будет сзади снимать. Шрабитус. Да так иногда. Делаем. Я включу. А где включить, отключать, где? Вот это включать и выключать. Сейчас отключено. Я понял. Ну что, погнали мы? А не такая уж чистая вода. А? Трогаем. Андрей Николаевич. Ну что, погнали, ребята.
Вот балуются, балуются. Смотри, пенсионеры балуются. Ну-ка, блядь. Ну-ка, блядь. Я еще рабочий. Рабочий класс? Рабочий пенсионер, я тоже. Все, ребятки, прибыли. Первая точечка вот это у нас будет сегодня. Здесь начнем ловить хариуска. Все, начнем с этого плеса. Вот прекрасно. Вот, такой, вот такая плесина с тягуном, с течением. Я думаю, что здесь хариус стоит. И вода идеально чистая. Мне. Короче, ребятки, у нас как обычно начинается все весело. Андрюха взял спиннинг. Два спиннинга. Но забыл катушки. Ну, настанет. Ну хорошо, что есть. Друг. Если другим вышел в путь. Открываем ящик. Большой, что ли? А? В большой сумке. Да он там я положу, чтобы не сломать. Аккуратненько все. Лежит, все хорошо там. Все красивенько, да? И будет все у нас хорошо. У вас может. Ничего не пойму. Есть. Зареху берем. Он мелко. Не, кого-то зацепил, говорит. Давай, сломай. Что, снять? Нет, пошли. Хороший. Хороший? Он его забагрил, да? Ну ничего, так он за хвост его поймал. Хорошенький, да? Ты его за хвост забагрил. Ну такой он неплохой. Неплохой. Хороший он прям. Да. Давай тебя даже за чекеню, подойди поближе. В камеру. Синячок такой с виду, да? Ну, нормальный. Классный. Поездок, прям классный. Ну ты его возьми в руку, что ты его как беженца за крас. Как поймал, так и держу. Причем на красную муху, ну какую-то, да, яркую. Да. На провокатора сработал. Подмотали, да? Ага. Хороший. Хорошенький. Пойдет такой для начала. Нравится вам, да, такой? Конечно. Ты сегодня с сумкой, не как андерталец сегодня? Да, сегодня я как белый. Подготовился, человек. Да, и сегодня таблетки взял. Белый человек, и таблетки взял. Зато Андрюха забыл катушки. Да. Бывает, да? Так, сейчас подтянем, попробуем этот комплект. Ой, раскручиваю. Нормально. Зацепился у меня маленько. Так вот. Ну все, ребятки, сейчас пойду и я. Ах, идем через перекат. Перекатский. Впадает. А, нет, это Кия огибает остров. И вот здесь получается такой бурунчик. Хочу сейчас дойти вон туда под скалку. И там под скалкой попробовать порыбачить. Ну и что, были поклевки? У меня два раза тюкнуло. Угу. Сейчас попробуем другой, ребятки, комплект. Там у нас и провокаторы есть. Микросинель материал. Такой пушистый. Сейчас на него попробуем.
была хорошая. О, есть. Вот сейчас есть. Сейчас есть. Есть контакт на последнюю мушку. Сел, но не крупный, по-моему. Сейчас посмотрим. Нет, не крупный карец. Такой вот мелкий хрюзок. На дымчатую мушку, ребятки, сел. Опускаем. Вот первая поклевка. Вот такой рюзовка. Это что-то. Вот такой вот, ребятки. Да ё-моё. Хочу показать вам. Такой рюзок. Ближе уже к двадцатке, но еще мелковатый. Вот такой красавец. Теперь отпускаем его. Поплыл, встал на течение, пусть зовет бабушку и дедушку. О, есть. Ох, сошел. Хороший сел. На дальнюю муху прям хороший присел, ребятки. Хорошая поклевка была. Ребятки, сел рюзок. Да я хер, у тебя на ручке есть отметка? По черную? А я вот таких все три отпустил. Есть двадцатка? Почти что. 19-9. Ну, вот таких я всех нахуй. Вот, уже третий. Я так... два таких взял. А, ты взял такие? Ну, солить, а что? Да? А если... Отпускаем. Один сошел хороший. На последнюю муху сел. Бля, прям в дугу сошел. Плохой, плохой человека. Я держу сейчас, сейчас. Она там на моторе подзависла. Она на моторе зависла, нахуй. Нет? Нет. Плывет. Нет, плывет. Я ебану, у меня башка болит. 100 грамм? Да меньше. 50 капель. Лек. 50 капель лек. 60. 60 капелек?
60 капелек. Пашка все прет куда-то, прет. Да, на глубину хоть. Хорошая, да? Это удочка такая, я еще уже забыл, О, поклевки есть. Ну тоже хороший, да? О, хороший, вот это хороший сел. Вот это хорошенький. Вот это хороший сел. Прям прижал. Вот это хороший, сейчас посмотрим. На крайнюю муху. О, тихо, тихо. Вот это тоже хорошенький уже. Вот такой, ребятки. На комарика с красной жопкой. Ага. Что вот вышел на тиховодье, ребят. Вон он что творит. Клюнул. Хариузишка очередной. Ушел я с быстрины. Пашка там остались. С Андрюхой. Я решил уйти маленько с быстрины. Ну вот, на тиховодье вот такие красавцы. Поклевывались. Неплохие. Ну, тихо, 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 успокойся. Ну, ну. Вот такой неплохой хариузок. Черная мушка с красной жопкой. Такой вот хариус. Ух, рыба-жила, как ее многие называют. Рыба-жила. Была потяжка. Вот так вот штучно проскакивают неплохие. Очень много мелочи. Очень много. Такая почти 20. Почему говорю всегда 20? Потому что 20 у нас разрешено. О, есть, 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 есть. Есть. 20 разрешено, поэтому говорю почти 20. Метка есть на удочке. Это тихо идет. На последнюю взялся мушку. Этот вот, как видите, этот мелкий. В этом видно явно, что нету 20, но он почти под 20. Отпускаем, вот такая белая мушка. Беленькая мушечка сработала. О, есть еще поклевка. Опять взялся. Опять, по-моему, на последнюю мушку. Ну и тоже, по-моему, не особо крупный. Сейчас посмотрим. Да,
Опять белая мушка. Опять белая мушка. Вот он. Такой хариузок небольшой. Таких это. Практически с одной точки. Сегодня вообще жаркая погода. Сегодня жарко, солнце жарит, иногда облачками скрывается, конечно. О, промазал. Мазанул. Сейчас пойдем на быстрее еще раз попробуем ниже только. Где-то лодка поднимается. Такая села слепень. О, есть. Вот это хорошее. Что-то вроде как хорошее село, ребятки. Посмотрим. О, хороший он. На самую крайнюю сел. Этот прям придавил. Сразу такая хорошая поклевка была. Сразу, ой, хорошенький он. Вот он, красавец. О, под водой. Вот он. Вот он. Иди, иди, иди. Иди, красавец. Не хочет. Ой, ой. Ой-ой-ой. Ну-ну-ну, молодец. О, вот за спину пошел. По кругу меня обхаживает, короче. Это хорошенький. Это же хороший. Ох, тихо. Смотри, что. Ну, давай, выходи уже. Иди ко мне. Себя маленько подмотаю. Чуть-чуть вот так вот. И в натяжечку подведу. О! Все, дома. Вот такой. Ух, ух, тихо. Опять черная мушка с красной точкой атаки. Ну такой вот уже достойный. Вот, ребятки. Вот это уже красавец. Рыба жила. Жилистая рыба. Крупного хариуса у него даже и поклевка такая. Он не стучит, не бьет, а сразу просто придавливает все. И все. О, есть еще такой же, по-моему, ребятки. Тоже на последнюю взялся мушку. Вот он, перед самым сливом, перед быстриной здесь. Решил обосноваться, видимо.
Нет, этот, конечно, маленький. Показалось мне. Так Яра тоже пытался. Ну тоже такой. 19,5, как мы его называем. Вот. Пусть плывет. Пусть плывет. Вот это хорошенький. Вот это уже, по-моему, приличный. Опять придавил. Опять без лишнего стука. Просто хоп, как зацеп. Такая поклевка. Как зацеп. Сейчас посмотрим, что там. Ну да, неплохой. Неплохой хорюзок сейчас. Маленькую леску строим. Такой двадцаточка. Вот это хорошенький. Хороший едовой хрюзок. Взялся вот на оранжевую. Черная с оранжевой точкой атаки мушка. Нормально. Нормальный едовой двадцаточник. Вот он сел, сел, дружок, пирожок. Вон он что творит, свечки, свечечки, свечки. Опять на последнюю мушку, на черненькую. С оранжевой точкой, а нет, с красной. Прямо на одном месте, как я ушел. О, была поклевка. О, опять хорошая была. Так прям даванул. Даванул знатненько. Ну вот эти вот. Все на нее пойму. Оторвался с красными. Красный жалоб на всех. Не знаю. А, я такие не знаю. У Васи такие? У Васи? Васи иногда практикует. Не слыхал я. Это, по-моему, наш маринс. Ну что, почистим рыбку. Хоть ее сегодня немного пока. Ну, посмотрим, хоть что в желудках. А ты не смотрел, что в желудке у нее? У меня она еще холодная такая. Холодненькая. Да посмотрим, что у нее. Желудка. Интересно же. Кто? Есть маленький, отдельно мелко порезать.
Ее засолим, сейчас съедим. Никто и не поймет, что она была мелкой. Не такая она же мелкая. Да. Ну так про то и речь, что вы наговариваете. Ну, желудки, ага, в жиру, он жиру сколько. И корка присутствует даже. Сейчас посмотрим, что у нее в желудках. Жиру вообще, да? Вон жиром, смотрите, ребят. Все в жиру, все в сале. Обалдеть. Сейчас посмотрим. Короче, каким-то черным. Сейчас посмотрим. Панцирь. Оранжевая с черным. Вот оранжевая с черным, крупная причем. В желудке. Ну и мелкие панцирёчки здесь. Оранжевая муха вот. У нее в желудке оранжевая какая-то херня бикарас. Много оранжевого бикараса. Вот такие дела. Ладно, будем чистить. И двигать дальше. А камыши, камыши. Плавец. Ух ты. Да, тут выводить-ка. О, ударил. О, он видел что? Возле лодки. Под камышом стоит. Греется. О! Нифига себе. Поклевка хорошая была. О, опять есть. Есть, но это мелочь. Ну, мелкий. Не, ну это тоже он такой. Вон. Ну, можно такого натеребунькать маленько. На жарёшку, да? Наверное, неплохой так-то. Ну, чё ты как самоубийца из рук и прям в камни. Я тоже не взял кам. Ладно, плыви, ты уже грязный весь, иди. Уже тебя не буду брать. Больше измажешься сейчас. Надо сумку тоже взять. Берег скользкий, глинистый здесь. Хорошая, я вижу. Пашка вон тянет. О, сошел. Ну что ты материшься? Ну конечно. Еще и кувшинки зацепило. Это вот те заматы. Наказание. Зеленый харь. Ну и ешь ты его сам. О, опять. О, есть. Есть контакт. Короче, в мутехе в этой. Под мутехой стоит. Под мутежкой стоит хрюзок. Ну, этот мелкий, этого, естественно, мы отпустим.
Берет на оливковую мушку. Вот такой не крупный. Кровит. Давление или что? Кровит. Ну, этот не крупный, Пашка. Этот мелкий. Ручейник он. Или мотылек какой-то. Вот прям плавится. Возле бомбарды плюхается. Закинь стриминку. О, только упало. Сразу. Три. О, опять есть. Только падает и готов, Харек Иваныч. Ну, средний он. Вот этот на белую мушку взял. Ну, вот этот у тебя хороший. А этот у меня мелковат он. Ну, как можно было на жареху? На жареху сейчас бы нормально было. Но мы же решили гречку с мясом есть. Сошел? Ну а что ж вы зеваете? Ой, есть еще. Смотри, на каждом забросе. Каждый заброс. Ну это... Ой, ёк-макарёк. Это вообще детеныш. Тихо, тихо, тихо. На белую мушку. На дымчатую. Плыви. Смотри, да удары хорошие такие. О, есть. Вот этот хорошенький вроде. Придавил. О. Тут нормально даванул. Ну, может, просто на тягуне, конечно, так кажется. Сейчас посмотрим. Да нет, нормально. Уже такой жарёшный вариантище. На оливковую мушку. На оливочку. Туда его. Есть. Ух, хорошенький. Ой, хорошенький, хорошенький. Тихо, тихо, тихо. Ой. Если только не забагрил я его, он хорошо дергается. Хорошо давит. О, хороший, хороший. Два штуки аж. Аж два, по два херачим. Вот этот хороший. Под синячок такой. Этого мелкого сейчас сразу отпустим. Тихо ты, тихо. Этого меленького отпустим. А этого... А, тихо, в палец мне, больно. А этого... Да что ты, стой. Да стой ты, стой, 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 стой. А этот хороший, какой сильный. О, по два клюет, ребятки. Успокойся-то, а. Такой красавец. Котелок его.
своим друзьям. Нормально. Нормалдыка. О, нифига у меня сидело что. А я даже не видел. Вот такой в желудке и был у него. Оранжевый. В желудке черно-оранжевый. Вот я доставал. А, микросинель. Так, это что это? Микросинель? Синель? Шанель, синель. Микросинель. По две сразу херачим. У тебя же тоже есть синель или нет? О, еще один. Еще один присел. Еще один присел. Нифига тут комарья. Надо было взять эту пшикалку все-таки. А, у тебя есть, да? Этот мелкий. Тихо ты. Да тихо ты. Успокойся, успокойся. Тебе говорю, успокойся. Иди. Кусака. Кусака, кусака. О, есть. Есть контакт. Опять фиолетовая. И мы полетели. А вон Пашка стоит, рыбачит, а мы с Андрюхой едем. Как он всем показывает? Крупный? Нет, покажи им. Крупный. И рукой помахай. Мерит, мерит, к удочке прикладывает. Ну, дрова пилить пошли. Дрова, дровишки сейчас, ребятки, на ночь нам, на грядущую. Дров надо напилить. Еще на улице светло. На улице еще светло, а время уже 9 часов. 9 часов доходит. Вот так вот. Неплохо порыбачили сегодня. Конечно, мелочи. Много отпускалась рыбы. Ну и крупная, хорошая рыба поклевывала. Вот так, в принципе, вообще довольны. Приехали. Фу, Андрюха, он с ночи не спавший. Я тоже успел дремануть немного. Пашка один был выходной только. Вот так вообще бодрячком все. Я сейчас буду сушняк пилить. Сушняка подпилим. Ну, скажи, что бензина нет. И там весь вылили. Опа.
Ух ты, повело что-то. И меня повело. Иди, я вот что-то прихвачу. Ну, что сейчас? Чурбаночков натаскаем маленько. Я как терминатор. Ту-ду-ду-ду. Давай мне вот эту, а ты другой еще. Нет, это мои дрова. Ну, ты такой хитрый. Че ты сегодня? Я не спал, спать не смог. Да ну? За костра. Третью ночь не поспать, ничего не Ты еще рано спать. Спать-то рано еще. Ну и что, нам хватит на ночь, да? А? Ты мне говорил, что надо. Давай я сюда в чехол засуну. Все, ребятки, все, мы на стане, дрова стаскиваем, шмутки, да и Николаевич уставший, говорит, 100 грамм бы сейчас, о, что-то хромает, ты пилу взял, да? Ну все, сейчас там кое-какие еще вещи возьмем, да лодку привяжем к камням каким-нибудь, канистру пустую внести. В общем, вот так вот, ребятки. Все, сейчас будем костер жечь, кушать, готовить. Все, как обычно, Андрюха говорит, я 100 грамм и спать уже все. Ну, а мы с Пашкой еще посидим, однозначно. Это фарш. Нет, это тоже. Ну, нормально. Тоже нормально. Ну, та, я зашел, она, кстати, та дешевле, чем эта. В Марийке вчера я заходил. Пойду посмотрю. Продукцию. Охладилось, нет? С устаточку дернуть-то надо обязательно. Вид у всех уставший, убитый. Ну ничего, нормально. На природе вообще похеру мне на все. Так. Вот на основной напитки из черноголовки. О, так она уже вообще бомба. И напитки из черной головки. Все нормально. Идем. Вот, ребятки, ну вот не знаю, как вот эта херня называется. Смотрите, стекло. Конечно, мы это все уберем, сожгем вон мусор. Бля, ну вот это вообще просто ужас. Но оно еще и набитое. По кустам это пипец. Конечно, все уберем, все сожгем. Порядок стопроцентный наведем. А? Не-не-не. Ну,
Ну надо, наверное, тут вообще что-то нету мяса. Это какой? Андрюха что-то он желе вывалил. Блять, жиру много. Да подвозь ты куда? Почему много? Что, давай еще тогда одну тушенку, давай, да? Давай. Пашка, в бачке или где ты там? Я принял все руки вроде. Сейчас я принесу. Че? Ну? Ну че, давай. За че хоть? За начало, да, положенное сегодня. Нет, я сегодня поволь. Спортивный. Нормально. В прошлый раз с Пашкой вообще... Все жопы было, а спортивный. Сейчас хоть поклевывай. За 4 дня, блядь, 21 штука. О! Съедобно? Там ничего, сало он еще. Стол не протёр, ты салфетки, блядь, кусок нахуй. Можешь убрать, пока притереть, пока не. Салфетки? А. Я думаю. Я так думаю. Ты что они там делают? Опа, она. Зеленоглазая твоя. Ну, уже просто, видать, переслушали. Раньше, блядь, показывали. Смотрите, ребята, какая баланда получилась. Нормально. С жижечкой. С подливой, короче. Поэтому завтра будет день, будет пища. А он же бывает. Заблутали мишки, заблутали. И он тоже. Заблудились в паутинках улиц. Их большой медведь, как в мане. Ну что, вот у нас все готов. Наш кулинарный шедевр, это наша традиция. Тушенка с гречкой, морковочка, лучок, 5 капель, музычка, красота. Вечер уже 10 часов, время. Еще светло на улице, просто обалдеть, еще можно было рыбачить. Мы просто подустали, мы завтра будем до Талова рыбачить. Приедем, доедем без проблем. Сейчас перекус у нас. Ну так, костерок. Обязательно пожгем костерок, потарахтим и уже бай-бай. До завтра. Музычка. Пирог, который будет. Вот такая вот. И быть бы бомба получилась. Вот оно. Бомба. Вообще бомба, ребятки. Греча. Греча с мясом — это бомба. Блин, сало вообще вкусно. Что, правда? Блюдечко обкромсал. Я забыл. А? Да блюдечко обалденно сделал. Пашка? Ну, знаешь, там дырка была. Узорчатая. Я под дырку отрезал. Красивая, да? Домой забрать? Венецианское стекло. Ты специально так делал? Конечно. Волнистый. Ну, Пашка любит такие всякие приколы. Я же эстет. Супер, 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 супер,